Большая работа по разметке помещения. Поставили лазер зеленый, который днем видно, таким образом, чтобы он мог пробивать большинство комнат сразу. Теперь в каждой комнате я ставлю отметку высоты этого лазерного луча. И у меня есть вот такая вот палочка трекинговая для прогулок. На нее резинку поставил. Это у нас самая высокая точка, которую я примерно нашел. Вот она видна, да? И теперь я хожу с этой палочки по всем помещениям. С помощью угольника и карандаша наношу высоты. То есть у нас перепад между вот этой точкой, которая считается у нас нулевая, допустим, вот до сюда 2,5 сантиметра. И вот это я все подписываю. Дальше я буду лазерный уровень переносить в каждую комнату, а в каждой комнате я уже отметку поставил. То есть, например, вот в этой комнате вот у меня отметка. Я перенесу сюда лазерный уровень, по этой отметке выровняю его и полностью размечу всю комнату, все углы и середину. Таким образом мы будем знать перепад пола везде, по всем комнатам, по всем помещениям, по всем коридорам, прям вот идеально с точностью там до 1-2 миллиметров. Таким образом мы обошли всю квартиру и на такой большой высоте от пола, чтобы было видно хорошо, сделали отметки. Теперь мы точно знаем, что вот у нас вот в этом месте 0, и от него здесь вот, допустим, 1,5 сантиметра яма. Здесь вот, допустим, 2,5 сантиметра яма. А когда мы переносим лазерный уровень, мы стараемся навести его таким образом, чтобы он попадал как минимум на две точки, чтобы точность переноски поверхности была лучше. Вот здесь у нас минус 2 сантиметра. Квартира с индивидуальным выходом на улицу. Очень интересно. Полностью перенесли разметку по всей квартире. Теперь с помощью строителя плоскостей мы сможем вот таким вот образом узнать отклонение стены по всей поверхности. Для этого нам надо будет найти две одинаковые точки на стене. Вот углы, кстати, видно, что достаточно точные, почти 90 градусов. И мы сейчас узнаем отклонение всех стен.